Павел Корнев. Одержимость. Часть вторая. Окончание. До старых ключей небольшой деревеньки на самой границе с княжеством Орли мы добрались уже ближе к вечеру. Дневная жара к этому времени спала, и я накинул поверх запыленной рубахи камзол. Иначе имелся риск быть заживо съеденным комарами, коих в этой болотистой местности водилось просто несчетное количество. Немного успокоившись при виде чистокола, ограждавшего поселение в полсотни домов, Свори разрешил оруженосцам снять шлемы, и те с наслаждением подставили раскрасневшиеся лица посвежевшему за время пути ветру. Дежурившие на воротах и дозорные вышки караульные при нашем появлении даже усом не повели. Прямо за околицей остановился на ночлег идущий в Тирликонт имперский караван. Несколько десятков работников споро разбивали шатры и палатки, а дюжина стражников следила, как бы местные оборванцы не прокрались к фургонам, из которых уже выпрягли лошадей. Надутый от собственной важности тип, не иначе староста или еще какой прыщ на ровном месте, в компании с купцом ходил по пятам, заставившим защитные чары тайнознатцам. «Остановимся на ночь», — предложил я, заметив нескольких симпатичных и не очень девиц, с интересом посматривавших на обозников. И прохаживавшиеся поблизости крепкие парни только подтвердили мою догадку о причинах такого интереса. «Все верно. Многие торговые обозы из Империи, что направляются через Орли в Тирликонт, на ночевку здесь останавливаются. А народец у нас ушлый, давно сообразил, на чем лишнюю монетку заработать можно». «Нет!» — рявкнул Свори, перехватив мой взгляд. «А вы, святой отец, что скажете?» Я повернулся к настоятелю монастыря. «А на завтра вместе с караваном поутру в путь двинетесь». «Если нашего гостя нет в старых ключах, мы все же попробуем его нагнать», — вздохнул отец Густав. «Иначе, боюсь, у него может сложиться превратное мнение о нашем гостеприимстве». «С проверкой едет», — догадался Свори и, усмехнувшись, оглушительно засвистел. Мешавший обозному тайнознатцу мужик, на колпаке которого серебряной нитью был вышит герб старых ключей, вздрогнул, развернулся, открыл рот для гневного окрика и мигом растерял весь свой гонор, узнав моего телохранителя. «Живо сюда!» — рявкнул на него Кевин и грозно похлопал кожаными перчатками по луке седла. «Чем могу служить, господин Свори?» Помощник старосты согнулся в три погибели и заискивающе заглянул рыцарю в глаза, теребя снятый с головы колпак. На широком поясе с медной пряжкой, украшенной чеканкой, у него висел здоровенный тесак, но, судя по новеньким ножнам с серебряными клепками, нацепляли его исключительно перед приездом важных гостей. «Патриканцы, у вас остановились?» «Нет, господин Свори!» Искоса глянув на коричневый балахон святого отца, опустил глаза помощник старосты. Постная его морда прямо-таки напрашивалась на добрый пинок сапогом. «Мимо они проехали!» Уверенной походкой бывалого рубаки к нам от ворот подошел пожилой стражник в выгоревшем на солнце и застиранном до серости дублете с распущенной почти до пупа шнуровкой. Не иначе нашедший теплое местечко ветеран, хотя нет. На перекинутом через плечо ремне, с которого свисал пехотный меч в потертых ножнах, вместо обычной застежки княжеская черная роза. Выходит, за порядком сюда приглядывать направили. «Да наковальне засветло успеть рассчитывали!» «Давно проехали?» — уточнил рыцарь, потеряв всякий интерес к переминавшемуся с ноги на ногу помощнику старосты. «Часа два». Стражник огладил короткую бородку и слегка поклонился настоятелю монастыря. Даже не поклонился, так наметил поклон. Ну и понятно, не в Империи чай. Пусть спасибо скажут, что дед их монастырь вообще не закрыл. Из Ронли вон давно всех церковников за шеи выгнали. «Благодарю». Свори кивнул ветерану и повернулся к отцу Густаву. «Вас проводить?» «Будем очень признательны», — не стал скромничать священник. «Как бы ночь в дороге не застала». «Зачем?» — усмехнулся я. «Разве страшны исчадия преисподней тем, кого вера сильна?» «А разбойники», — вздохнул отец Густав. «Не всякого безбожника удастся вразумить молитвой и проповедью. А как говорил святой Патрик, нет никакой доблести сложить голову из-за пустого бахвальства». «Тогда в путь!» Свори не дал мне времени придумать хоть какую-либо причину, чтобы остаться в старых ключах. Я привстал на стременах, собираясь приказать ему поворачивать обратно, но, поймав укоризненный взгляд Эдвина, передумал и направил звездочку вслед за остальными. Все равно до Тирликонта сегодня добраться уже не успеем, а что старые ключи, что наковальня — одна тень.
Во дворе наковальни, постоялого двора, открытого на месте заброшенной кузницы, выл пес. Выл, выл и выл. Не смолкавший ни на мгновение собачий лай действовал на нервы, и насторожившийся свори велел оруженосцам проверить арбалеты, надеть шлемы и держать ухо востро. «Кень кольчуга!» — напомнил мне рыцарь, оглядываясь по сторонам. «Забудь!» — буркнул я, хоть и понимал, что дело, скорее всего, действительно нечисто. Будь на постоялом дворе все в порядке, пес давно бы уже по хребту поленом получил. С другой стороны, лиходеи это твой тоже бы терпеть не стали. И все же, что там стряслось? Места здесь глухие, может, стоит все же кольчугу надеть? «Мальчишка!» — прошипев, ясно выразил свое отношение седоусый рыцарь и скомандовал. «Не отставать!» «Старый пердун!» — не остался я в долгу, но Сворик, к счастью, уже отъехал на приличное расстояние и ничего не расслышал. Когда мы приблизились к высокому бревенчатому забору, из-за которого торчала остроконечная крыша двухэтажного постоялого двора, тоскливый собачий вой сменился яростным лаем и лязгом цепи. Пес носился по двору. Легко соскочив из седла на землю, Свори обнажил меч и велел оруженосцам с арбалетами следовать за ним. Жерар, настороженно озираясь по сторонам, вытащил из петли боевой топор. Настоятель, бормоча под нос молитву, начал перебирать четки. «Жди здесь!» — кинул я по воде звездочки Эдвину, который попытался всучить мне взведенный арбалет, достал пару метательных ножей и отправился вдогонку за уже заглянувшим в распахнутые ворота рыцарем. «Эй ты! Брось меч!» — рявкнул на кого-то Свори, когда хриплый лай цепного пса резко оборвался и послышался жалобный скулеж. «Живо!» Заскочив во двор вслед за оруженосцами рыцаря, я успел заметить, как молодой парень в накинутом поверх кольчужной безрукавки длинном сером плаще разжал ладонь и уронил тяжелый полесский меч рядом с уже затихшим кобелем. «Что здесь происходит?» Указав Рони на конюшню, Свори стал медленно приближаться к неподвижно замершему парню таким образом, чтобы не перекрыть линию стрельбы второму оруженосцу Анри. Внимательно приглядевшись к хранившему молчание рыжеволосому парню, по лицу которого катились крупные капли пота, я решил, что на местного уроженца он не похож. Скорее уж, это подданный герцога Йорка. Там все через одного рыжие и конопатые. «Вы кто такие?» Видимо, заслышав чужие голоса, на крыльцо постоялого двора выскочил худой старик в серой хламиде, подпоясанной обычным обрывком веревки. За его спиной в двери мелькнул еще один вооруженный человек. «Что здесь происходит?» Уже спокойней повторил вопрос Свори, который моментально приметил и розовую кляксу родимого пятна на подбородке старика, и печатку с крупным рубином. Приметил, но команду опустить арбалеты оруженосцам так и не дал. «Ваше преподобие!» Заскочив во двор, замахал руками отец Густав. «Все в порядке, это мы!» «О, дорогой друг!» Старик, оказавшийся тем самым преподобным Карлом Арнсоном, как-то не очень уверенно, будто был немного пьян, спустился с крыльца. «И все же, что здесь происходит?» Совсем спокойно, тихо и скучно вновь поинтересовался седоусый рыцарь. Что обычно следует за заданным таким тоном вопросом, мне было прекрасно известно, а потому я отступил к забору и перевел взгляд на дверной проем. Как бы сейчас заварушка не началась. «Разбойники напали на постоялый двор», — впервые удосужил его ответом старик. «К сожалению, мы опоздали и смогли спасти только дочку хозяина». «Где она?» Свори подошел к крыльцу, не обращая внимания на рыжего парня, который уже поднял с земли меч. «В доме». Церковник жестом велел второму своему охраннику освободить рыцарю дорогу и отвернулся от подскочившего к нему отца Густава. «Только прошу, не мучайте ее расспросами. У девочки небольшое помутнение рассудка, и она почти не говорит». «Хорошо», — кивнул Свори и зашел в дом. Прикинув, что ничего интересного во дворе в любом случае уже не случится, я спрятал метательные ножи и поспешил за ним. Гнало вперед меня не столько любопытство, сколько трезвый расчет. На постоялом дворе наверняка найдется чем-нибудь перекусить, а у меня во рту с утра маковой росинки не было. Впрочем, все мысли о еде вмиг испарились, стоило ударить в нос тяжелому запаху смерти. Первый труп валялся прямо у порога. Одному из охранников церковника чем-то тяжелым размозжили голову. Крови было столько, что пропитавшийся ею серый плащ казался в тусклом освещении черным. Всего в обеденной зале оказалось 7 трупов. Меж перевернутых и порубленных столов лежали еще 2 церковника и 4 плохо одетых мужиков, вооруженных дубинами и топорами. Залетные разбойники? Скорее всего.
Местные смерды тоже, конечно, пошаливают, но напасть на постоялый двор у них кишка тонка. Свори подошел к ведущей на второй этаж лестницы и за волосы приподнял голову ничком лежавшего на ступеньках крепкого парня, у которого оказалось перерезано горло. «Вышибало», — узнал мертвеца рыцарь и, осторожно отпустив голову, вытер руки о штанину. «Девочка где?» «Она там, в комнате», — указал рукой на одну из дверей, зашедшей с улицы Карл Арнсон. «Я прошу вас, будьте помягче с бедным детем». Ничего не ответив, Свори распахнул указанную дверь, и оттуда тотчас выскочила светловолосая девчонка лет 10. Невысокая, с двумя длинными косицами, в доходившем до колен ситцевом сарафане, и бледная, как мел. Обхватив руками церковника, дочь трактирщика уткнулась ему в балахон и затряслась в беззвучном приступе плача. «Как все произошло?» — спросил Свори у прислонившегося к стене охранника, поняв, что из девчонки сейчас и слова не вытянешь. «Мы зашли с улицы, и на нас сразу же накинулись», — ответил вместо охранника настоятель Орлийского монастыря. Он усадил захлебывавшуюся слезами девчонку на стул, и та, спрятав заплаканное лицо в ладонях, тихонько заскулила. Жерар и Эдвин, оставившие лошадей во дворе, заинтересовались рассказом и, обойдя стороной лежавшую у входа труп, зашли внутрь. Отец Густав сунулся было следом, но тут же зажал рукой рот и выскочил наружу. Решив не терять время на выслушивание всей этой ерунды, я отправился прямиком на кухню. Вот там-то меня и проняло по-настоящему. Хоть в портовых кабаках Альмы частенько доводилось наблюдать весьма неприглядные последствия пьяных поножовщин, здесь все оказалось намного жутче. Именно на кухне налетчики расправились с семьей и прислугой хозяина постоялого двора. И сделали они это с какой-то нечеловеческой жестокостью, не пощадив ни женщин, ни детей. Ухватив первый попавшийся под руку жбан с пивом, я сделал несколько глотков, и только когда хрепкий хмельной напиток ударил в голову, перевел дух. Зачем же всех убивать было? Женщин, жену и старшую дочь содержателя постоялого двора разбойники задушили. Двух сыновей зарезали кухонными ножами, а самому хозяину размозжили голову обухом валявшегося тут же колуна. Непонятно зачем притащенному сюда слуге Арнсона, опознанному мной по серому плащу, как и вышибали, перерезали горло, а какому-то старику в обносках сожгли лицо, засунув головой в растопленную печь. Стараясь успокоить дыхание, я отвернулся к окну и вновь присосался к жбану с пивом. «Тень! Теперь ночью кошмары снится будут, и аппетит надолго пропадет!» Залитая кровью кухня постоялого двора больше всего напоминала пыточную какого-то весьма неряшливого палача. Все же что-то меня здесь удерживало. Мешало уйти в обеденную залу или просто закрыть глаза. Заставляло раз за разом разглядывать распростертые на полу тела. Что-то во всем этом настораживало, но что именно, понять никак не получалось. Испачкав подошву в заливший пол крови, я вытер сапог о тряпку и неожиданно для себя выругался. Могу, конечно, заблуждаться, но всех этих людей убили на кухне и никуда после смерти их не перетаскивали. Лужи крови не смазаны и натекли рядом с телами, а это уже кое о чем говорит. Опустившись на корточки рядом со слугой Арнсона, я внимательно осмотрел его перерезанное горло, но, не углядев ничего подозрительного, перешел к старику с сожженным лицом. А вот с ним все оказалось совсем непросто. Обноски точно с чужого плеча, ногти аккуратно подстрижены, а на ладонях ни одной мозоли. И кроме того, на среднем пальце левой руки белые отметины от недавно снятого кольца. Что бы это значило? Выпрямившись, я покачнулся от ударившего в голову хмеля и выглянул в обеденную залу. Отказавшись от безуспешных попыток разговорить находившуюся в шоке от пережитого девочку, которая все так же прятала лицо в ладонях, Свори у открытого окна что-то втолковывал остававшимся во дворе оруженосцам. Проверив заточку предназначенного для чистки и разделки рыбы узкого ножа, я, наконец, взял себя в руки и уже совершенно спокойно вышел в обеденную залу. Эдвин, учуяв свежий запах перегара, положил на стол арбалет, но я, даже не взглянув в сторону старого слуги, прошел мимо. В голове было пусто, на душе тоскливо, и только гнавшая по жилам кровь сердца разжигала начавший медленно захлестывать меня огонь бешенства. «Кейн?» — Свори отвернулся от окна.
Настоятель Орлийского монастыря, замолчав, тоже напряженно следил за моим продвижением к входной двери. И чего, тень забери, он глаза вылупил? Смотреть больше не на что. Ничего. Мотнув головой и нарочито пьяно покачиваясь, я пошел дальше к выходу во двор. На полпути остановился и, словно собираясь что-то спросить, повернулся к охраннику Арнсона. Спрашивать, впрочем, ничего не стал. Молча воткнул ему под подбородок разделочный нож. Выпучив глаза, парень схватился за торчащую из шеи рукоять, но ноги у него подкосились, и он сполз по стене на пол. «Эдвин!» Развернувшись, я едва успел присесть. Молния, вылетевшая из руки чернокнижника, принявшего облик настоятеля Орлийского монастыря, ударила в стену над моей головой и брызнула каскадом жгучих искр. Доски облицовки тут же посерели и осыпались невесомыми струйками пепла. Едва не пропустив удар, Кевин Свори в последний момент отвел меч второго фальшивого охранника кованым наручем и, выхватив из ножен кинжал, загнал его в глазницу не успевшему отпрыгнуть парню. Жерар, не вполне разобравшись, что происходит, замахнулся топором на чернокнижника, но небольшой огненный шарик, сорвавшийся у того со сложенных ладоней, угодил крепышу в грудь. В следующее мгновение заклятие лопнуло, разметав по залу клочья окровавленной плоти, обрывки одежды и раскаленные до красна звенья кольчуги. Я выхватил метательный нож, но заклинатель одним неуловимым движением оказался рядом с дочкой хозяина постоялого двора и, приставив к шее девочки изогнутый клинок, прижался спиной к стене. Лицо Карла Арнсона стекло, с него словно размокшая маска, слепленная из необожженной глины. Превращение заняло доли секунды, и уже через миг перед нами оказался совершенно другой человек. Еще более худой, горбоносый, с тонкими бледными губами и мелькавшими в глазах сумасшедшими огоньками. «Бросайте оружие, или она умрет!» Оскалившись, крикнул чернокнижник с решимостью загнанной в угол крысы. Переглянувшись с Эдвином, Кевин Свори положил кинжал на подоконник и медленно вытащил из ножен меч, явно решая, стоит ли выполнять этот приказ. «Останься у заклинателя колдовские силы, он бы всех нас мигом по стенкам размазал». Так что за нож чернокнижник схватился только от безысходности. Но что ему в таком состоянии в голову взбредет, одним теням известно. «Быстро!» — теряя терпение, поторопил нас слуга тьмы, на лице которого выступили капли кровавого пота. «И тех, что во дворе, зовите!» «Зачем?» — пьяно усмехнувшись, шагнул к нему я. «Зовите! Или я ее!» Для большей убедительности чернокнижник слегка уколол клинком шею девочки, и из-под острия потекла тоненькая струйка крови. Глаза ребенка закатились, но колдун удержал девочку на ногах. «А нам-то что?» Я оперся левой рукой о стол и развернулся к заклинателю боком, скрывая нож, зажатый во второй руке. «Режь! Мы потом тебя порежем! На куски! Медленно!» «Загубите невинную душу!» — тяжело выдохнул неповеривший моей угрозе чернокнижник. «Все верно. Нелегко всерьез выслушивать такое от подвыпившего пацана 15 лет от роду. Прав ли он? Да только тень знает!» «Это ты ее загубишь!» «А мы тебя! Вот сдашься чин по чину, княжескому правосудию предадим. Поверь мне, сожжение на костре вовсе не самое худшее, что может приключиться с вашим братом!» Я специально говорил медленно и размеренно, и заклинатель нервничал все больше. «Заткните его! Быстро мечи на пол!» Он вновь сорвался на крик и стрельнул глазами на Своре, замершего с обнаженным клинком в руке. Перенеся весь свой вес на стол, я подался вперед и метнул в позабывшего про осторожность чернокнижника нож, зажатый в опущенной под столешницу руке. Заклинатель даже пискнуть не успел, как клинок вонзился ему в горло и, перебив хрящи, на всю длину лезвия ушел вплоть. Дочь хозяина, взвизгнув, рванулась от него прочь, и я шагнул ей навстречу. Какая-то часть сознания отметила, что рывок девчушки слишком уж стремителен, а в следующий миг из пальцев неестественно вытянувшихся девичьих рук, разрывая кожу, выскочили длинные когти. Отдергивая голову и заваливаясь назад, я начал отмахиваться ножом, но уйти из-под удара успел лишь благодаря угодившему в грудь одержимой арбалетному болту. Отбросив самострел, Эдвин выхватил из-за голенища сапога складной нож с лезвием почти в поллоктя длиной и кинулся мне на помощь. Я не собирался отстраненно наблюдать за схваткой старого слуги, когда-то бывшего очень неплохим мастером ножа, только давно уже подрастерявшего былую форму, однако не смог даже сдвинуться с места. Ноги не слушались, а залитая кровью левая щека загорелась огнем.
Один из когтей одержимый все-таки успел рассечь кожу. Впрочем, моя помощь Эдвину не понадобилась. Тварь вырвала арбалетный болт, из перерезанного горла не пролилось ни капли крови, но тут почти одновременно выстрелили оруженосцы свори, которые примчались с улицы на звуки схватки. И все же, несмотря на смертельные для обычного человека ранения, одержимая демоном девчонка никак не умирала. Наоборот, одним рывком поднявшись с пола, она прыгнула к Кевину, и тот выставил перед собой меч. Зайдя со спины, Эдвин в длинном выпаде попытался подрезать ей сухожилие ног, да только сам едва увернулся от стремительно развернувшейся твари, которая все больше теряла человеческий облик, превращаясь в настоящее исчадие тьмы. Существо, в котором почти ничего не осталось от симпатичной светловолосой девочки, не дожидаясь, пока оруженосцы перезарядят арбалеты, прыгнуло на старого слугу, но заскочивший со двора отец Густав уже начал выкрикивать слова, изгоняющие демонов молитвы. И вера священника действительно оказалась крепка. При первых же его словах тварь пронзительно заверещала и уже вскоре в судорогах билась на полу. По мере того, как власть создания тьмы над телом девочки слабела, из оставленных арбалетными болтами ран все сильнее струилась почти черная кровь. «Аминь!» Тяжело вздохнув, завершил молитву священник и обессиленно опустился на стул. «Как ты догадался?» Свори кинул мне чистую тряпицу и двумя ударами меча отрубил голову чернокнижнику. «У настоящего церковника на пальце отметина от кольца осталась». Приложив к располосованной щеке смоченную вином тряпку, я поморщился от боли. «Твою тень!» «Терпи! В следующий раз умнее будешь!» усмехнулся, глядя на мои мучения седоусый рыцарь. Его вспотевшее лицо сейчас как никогда напоминало вырезанную из дубовой доски маску. «Так сложно нас предупредить было. Чернокнижник с меня глаз не спускал. Хитрый сволочь, только дохлый какой-то». «Если бы демон из него силы не тянул, этот задохлик всех нас к теням бы отправил», — покачал головой Свори, вытирая клинок. «Что за демон, кстати?» Я с трудом поднялся на ноги, но тут же бухнулся на стул. «Вельнский наездник». Рыцарь посмотрел на священника, опустившегося на колени рядом с разорванным почти напополам телом Жерара. «Ты не знал, что девчонка одержима?» «Откуда?» «Если б знал». Я вновь поднялся на ноги и побрел к выходу, пожалуй, впервые в жизни не испытывая удовольствия от вида демона, отправленного во тьму. Наоборот, застывшее на полу окровавленное тело девочки вызывало лишь желание обо всем забыть. Забыть и поскорее отсюда убраться. Куда глаза глядят? Пусть на ночь глядят, только бы выкинуть из головы вновь ставшие голубыми девичьи глаза. И ведь можно было ее спасти! Можно! Всего-навсего и требовалось-то не махать ножом, а сперва отца Густаву позвать. Да только задним умом все мы крепки. Если бы да кабы... Но где-то в глубине души хуже собственного бессилия меня грызло совсем другое. На одной чаше внутренних весов там качалось стремление уничтожить демона, на другой — желание спасти чем-то зацепившую за живое девчонку. Если быть честным хоть с самим собой, этот благородный порыв никак не мог перевесить заветное, мрачное, отдающее горьковатым привкусом слез и до одури пахнущее дымом и кровью желание собственными руками порвать на куски всякую вышедшую из ведьминой плеши тварь. Желание, которое преследовало меня большую часть жизни. Желание, которое умрет только вместе со мной. «Эдвин, пиво тащи!» — рявкнул я и, захлопнув за собой дверь, вышел во двор. Thank you.
Ну и вот, дорогие друзья, подводя итог сегодняшнему рассказу, мне остается лишь только рассказать вам о той музыке, которая сегодня прозвучала, о том, что мы сегодня для вас приготовили и вместе с вами послушали. Сегодняшний эфир был выполнен в стилях даунтемпа, IDM и дабстеп. И сегодня мы с вами слушали две работы. Альбом Rainforest Reverberation — это проект BlueTech, который был выпущен на лейбле Critical Beats of Climate в этом году, совсем недавно. А также работа проекта Future Primitive, которая называется Kinetic. Это лейбл Native Harmonix Records. Работа почти полностью выполненная в стиле дабстеп, очень интересным, очень свежий. Оба релиза, как я уже говорил, свежие, так что ищите и при желании вы их найдете и сможете ими наслаждаться. Ну что ж, а на сегодня все. Прощаемся, как всегда, ненадолго. Сегодняшний эфир для вас подготовили и записали литературный ведущий и автор программы Владислав Коп, а помогал ему сегодня диджей Андрей Эдисон. До новых встреч в модели для сборки. Пока.